саженцы Барбариса Тунберга Дартс Ред Леди вырастают в кустарник декоративного внешнего вида с колючками, который чаще всего применяют для формирования живой изгороди. Такой зеленый забор отлично изолирует клумбу с цветами или миксбордер. Декоративные у растения не только листья, но и цветы. Листья барбариса поражают игрой красок, фиолетовых, красных, золотистых. Цветы тоже не уступают, у них оригинальная сферическая колокольчатая форма, оранжевый оттенок и сладковатый приятный терпкий аромат. Плоды у крупномера Тунберга Дартс Ред Леди эллипсоидной формы, кораллового цвета, они блестят и долгое время держатся на ветках. Но в них много алкалоидов, поэтому в пищу их не употребляют. Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди – это многолетнее растение высотой 70 см. Кустарник лиственный лучше всего подходит для живых изгородей и может достигать до 70 см в диаметре. Барбарис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для щелочных почв. Расцветает барбарис Тунберга Дартс Ред Леди в месяц май. Цветы имеют слабый аромат. Цветок окрашен в желтый цвет. Как правило, на одном цветоносе размещается более 4 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Весенняя окраска листочков пурпурная, летом листва пурпурная, осенью листва оранжевая. Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди имеет средний срок созревания. Плоды барбариса созревают в месяце сентябрь. Форма у ягод продолговатая. Окраска ягод красная. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.